Всем привет, чуваки! Вы смотрите канал CamWizMan. Добро пожаловать в очередной влог. Сегодня 31 декабря. Мы вернулись. Мы вернулись в Краснодар. Ночью прилетели, упали спать, проснулись, вообще никакие чего-то. Вот и горошка. Игорошечка. Вот, и мы приехали сейчас к нам домой, чтобы забрать басуху. Сейчас я его покажу. Басуха, Ваньке огромное большое спасибо за то, что упаковал, офигенно упаковал. Но я вспомнил, что басуха-то вот с такими проблемами, так что мне нужно будет отдавать ее гитарному мастеру. Гитарный мастер, смешно звучит. Да, и потом сюда ее повешу. Вот, кстати, альбом, вышел новый альбом, переходите в ВКонтакт или в Телеграм. Альбом не лонгплей, это EP, там две песни, кто ждал, кто хотел, welcome, ссылка будет в описании. А теперь мы берем вот эту морду и едем обратно к родителям. Она в тебя, что ли, убежала? Да, поехали праздновать Новый год. Мы сейчас пока были у нас в квартире, пока я там колупался с басом, я еще записал для вас передачу на Жираф ТВ с топ-10 классных рождественско-новогодних фильмов. В общем, и поздравил с Новым годом. Сейчас буду все это дело монтировать по-быстрому и скидывать в интернет. Еще и влог. И Алисе нужно помогать готовить оливьешечку. Или тебе не нужно помогать? О, сейчас скажешь, не нужно, я вообще буду рад. Да, мама поможет, наверное. О, ништяк. Мама тебе поможет салат, а папа твой поможет мне монтировать. Надеюсь. Я сегодня катаюсь на двух тачках, друзья. Короче, мы загнали нашу, чтобы выехать. Мы выгоняли машину Алискиных родителей. Ну, я выгонял, и сейчас буду загонять ее обратно. Так что, погнали. Для меня это, конечно, так, забава. Типа, тачка там заводится по кнопке. Я не уверен, что это нужная штука, но это забавно. Тут, блин, как в космическом корабле. Когда я в большой тачке, сразу вспоминаю времена, когда катался на папиной машине. Это было забавно, конечно, на Тусане рассекать. Все, Алиска уже там начинает мутить всяческие салаты. А я реально, ну, ни дня без монтажа. Влоги я уже не считаю. Влоги я не всегда каждый день. А вот какой-то рабочий материал, он просто уже must-have каждый день. Кстати, кому интересно, у меня есть мастер-класс по монтажу в премьере. Можете написать мне в директ, либо вот на вот эту вот почту. И в следующем году я запилю мастер-класс по монтажу Final Cut. Мы убрали стол отсюда в зал, и сразу я вспомнил, как мы тут в две семьи бегали, театр устраивали, выставили все стулья в прошлом году. Вот, горошка только что сельдерей съела, у Алисы здесь штучечки, тарталеточки, вот эти вот тарталеточки, вот с этого. Соус варится, авокадо чистится, оливье уже на столе. Ну нет, еще без... Ну на столе? Да. Без заправки. Без колбасы. А, без колбасы. Колбаса. Нам еще нужно повесить вот эти вот наши печеньки киевские на вот эту вот ленточку. На елку, естественно. Потому что, ну, печеньки вообще-то все с елки кушают, чтобы вы знали. А без слов? Итак, мы сейчас будем вешать наши печеньки, так что ждите суперклипчик рождественский от Гороши. Гороша смонтирует эту часть, я ее научил, она училась по моему мастер-классу. Thank you.
Я смонтировал передачу на Жираф ТВ топ-3, в которой на самом деле топ-10 фильмов, офигенских рождественско-новогодних фильмов. Ссылка будет в описании, обязательно перейдите, посмотрите, поддержите. Вот. Ну, я думаю, что такая передача, такая рубрика интересна всем. Из 10 фильмов вы по-любому, я уверен, вы по-любому выцепите какой-то фильм, который вы не смотрели, либо слышали и забыли о нем, хотели посмотреть. Ну, в общем, полезность 100% будет присутствовать. Все, тут рендер, я пошел вниз. Пора уже начинать что-нибудь кушать. О, супер тарталеточки Алискины уже готовы. Которые разлетятся, мне кажется, за 3 минуты. Вообще, можно вот эту тарелку мне, а вот эту вам? Съели по оливьешечке. По оливьешке, сосиски, пюрешки. И все, по одному оливье, и что-то уже такие. Куда вегадельки пойдут? Не знаю, а я в пижаме. Потому что я вылазила свои джинсы просто жесткая в масле. Короче, Алиса хотела взбить крем для вот этого кекса. Вот это. И крем взбился прям на джинсах. Да, блин, вообще, короче. А завтра в них нужно выезжать. Послезавтра. Да, почти. То, что высохнут, фигня, потому что постиралась, потому что прям масло. Сейчас стираюсь. Кстати, не уверена в этом. Мам, твоя шоколадка. Сейчас будем точить ее. Теперь я надеюсь, еще буду делать кофе. К сожалению, не скуратовские зерна, потому что Алиса такая, не надо покупать. А я хотел купить. Ну просто, если бы я купил, нам пришлось бы всю пачку выпить в ближайшее время. Да. А декаф там не продавался, по-моему, насколько мы видели. Его нужно заранее заказывать и всякое такое. Но это не точно. С декафом все сложно. Это тоже догадка. Да, это мы так думаем. С Новым годом. С Новым годом. Это икеевский. Он еще не начался прям Новый год. Икеевский глинтвейн. Да, еще полтора часа. Ну что, у нас основное блюдо сейчас будет? Да, ну как бы. Включил. Как бы основное. А, мы сейчас не достаем. Зря. Да, ну, зря подскочил. Короче, я думал, что уже Алиса сейчас будет вегадельки ставить у нас сегодня. На горячие вегадельки. Икея. Вегадельки-то уже готовятся. Выглядит, как будто фалафель там запекается. Это только половина упаковки. Оказалось. Я думал, там в упаковке всего столько. Я успел. Смотрите, как они аппетитно выглядят. Вообще, это просто в духовке. Офигенско. Ладно, все, у нас 5 минут до Нового года. Без 5 ровно. Как вот 5 минут, все дела, там кого-то ждут. Пошел, поставлю камеру. О, а что я на приближенном снимаю? Сейчас будем встречать 2019. Лиса. У Лисы насморк, на кошку аллергия. Аллергия. Бедолага. Ужасно. Вот, ну вот эту самую кошку, вот она. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Мама звонит. Догнали, все, теперь мы в 2019-м. С Новым годом, мы тут хлопушку бахнули. Вот, и тут у нас на горизонте везде эти, господи, как они, фейерверки бам-бам-бам стреляют. Животные боятся. Горош, Гороша? Даже перчик лежит, она не ест. Ты что, твой любимый перчик? И котейка тоже. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Просто тупо за диваном. Спрятались. А что, они сказали? Артём, твои подарки раскрываем. Да. Мы знаем, что одна мне, другая, да. Миша. Какая из них, мы еще не знаем. Наверное, это тебе «Удивный мир». А, возможно, «Удивный мир», да. Я не читал. Мы начинали причем. «Удивный мир»? Да.
Я не помню. Давно еще? Давай, раскрывай. Ты, конечно, постарался упаковать. Ничего не скажу. Вообще, не могу. Надо разрезать. Спустя 30 минут. Дуглас, автостопом по галактике. Блин, может, они подписаны, нет? Как узнать все-таки, кому какая? Артем, кому какую ты имел в виду, интересно? Потому что да, я это у Ютуба прочитал. Да. Спасибо. Могу быть написано. Спасибо. Книжка — лучший подарок. А горошек? Мы же еще твою... Горошки, да. Подарок горошек сейчас будет. С Новым годом! Сейчас она нас замучает этой пищалкой. А я сейчас буду готовить кофе. И Артём, здравствуй, Артём, еще раз тебе. Я сейчас буду открывать ту штуку, которую ты прислал, и ей буду потом уже накладывать кофеёк. Открыли эту упаковку. Все равно спасибо, кто прислал нам ее. Из Твери, по-моему. Оказалось, у резинок родителей есть декал скуратос. Чуть-чуть зерен осталось. На всех хватит. Ну, в смысле, уже хватило, а это еще осталось. Ништяк. Гороша очень сильно полюбил эту игрушку. Дашь мне игрушку? Блин, вообще сразу забирает. Дай игрушку, блин. Сейчас у нас половина четвертого, ну я бы сказал, что половина четвертого утра. Все, потихонечку все разошлись спать. Мы с Алисой тоже сейчас отправимся спать. Мы залипли на телеке, вот реально залипли. Поскольку мы только что прилетели с Москвы, было интересно смотреть вот эти вот... То, что мы видели вчера. Да, клипы русской эстрады. Но клипы сняты в Москве, причем подписывалось, где сняты, и мы такие, и вылавливали кадры. Песня, пофиг, что там они поют, говно всякое. Смотришь вот только вот. А вот это вчера были, да. Это позавчера были. А вот это помнишь? Блин, классно. Здорово. Хорошо. Все, сейчас отправляемся спать, увидимся с вами завтра. Завтра будет 1 января уже официально. Сейчас пока еще 31, как будто ведь мы же не спали. Ну, так-то да. Но спать хочется. Всех с Новым годом. Всех вам исполнений ваших планов, мечт, всего самого кайфового. Мы не подводили итоги 2018 года. Мы никакие планы на 2019 не озвучивали, потому что это все такая история. Как бы, зачем о чем-то говорить, когда лучше просто делать? Мы уже наступали на эти грабли, когда наговоришь, потом что-то не получается, а потом себя спрашивают. Поэтому просто будем делать, что делаем, и... жить, как живем. Как почти Далай-Лама. Все, увидимся с вами завтра. Пока! Ask us some beaches.